За последние три года с момента открытия, с 2014 года, заработная плата взросла на 61%. Если сравнивать, в 2014 году средний медперсонал получал 16 тысяч рублей, то в настоящий момент зарплата составляет 25 950 рублей. Но, конечно, это отразилось и на уровне жизни, и на желании работать, давать пациенту больше.